15-летняя школьница из Копейска хочет, чтобы ее маму лишили родительских прав. Об этом девочка заявила в эфире федерального телеканала. На программе она объяснила, что мать вместе со своим сожителем выпивает и не заботится о ней. Из пенсии по потере кормильца, которая примерно 10 тысяч, ребенку выделяют лишь 1,5. Школьница пожаловалась в программу на федеральном телеканале. И теперь этой историей занялся Следственный комитет. Татьяна Лаврова расскажет подробности. Я очень сильно хочу, чтобы мою маму лишили родительских прав. Мама, я тебя не люблю, ты мне неприятна. Сама женщина отказывается в это верить и говорит, что дочь устроила протест просто потому, что хочет жить со своим парнем. Школьница не выдержала и убежала жить к своему бойфренду. Мама мальчика девочку приняла и даже пообещала взять ее под опеку. Я готова взять Лену под опеку. Рассказала про маму на всю страну.